Рад, что ты пришел, бро. Я же говорил. Да, но ты странный в последнее время. Эй, а вот и он. Ну как дела? Привет, Блэк. Блэк. Как дела? Приятель. А мне есть? Мне уже хватит, чувак. Серьезно. Да ладно, ты любишь выпить. Да уже не лезет. Заливает, но мы общаемся. Круто с вами. Ладно, я понял. А ты? Нет, чувак, мне этого хватит уже. Скажи ему, тебе нужно что-то покрепче, чувак. Я все знаю. Что? О твоей просушке. Охренеть. Эй, зачем ты ему все рассказал? Не мог удержаться, приятель. Да, мы все это проходили. Прости. Эй, а ты слышал о самце? Да. Это не ты. Потому что он не такой. Никаких действий. Эй, ему легче сидеть на просушке. Да нигде я не сижу. Он как Леброн Джеймс. Вялый член. Эй, да пошли вы. Тебе надо присунуть кому-то. Да, устрой себе праздник. Блин, здесь столько красоток. Да, здесь круто. Да, их тут много. Выбирай, какую хочешь. Серьезно. Я расслабляюсь. Вперед. Но я женат. Это отстой, наверное. Люблю большие попки. Вот это да. Давай. Киша, Киша, подожди. Киша. Давай познакомлю с другом. Помнишь тех ребят? Он один из тех юристов, серьезно. У него целый отдел, и детей нет. И остальные придут. Киша, куда ты пошла? Я попробовал, чувак. Похоже, она уже не помнит тех юристов. Надо было и о тебе сказать. Это бы сработало. Да, надо было сказать. Да. Блэк всегда юморит. Может, и сработало бы. Я попробовал, но ты выглядишь старым.